Сочинская камерная филармония продолжает представлять молодые сочинские дарования. В нынешнем концерте «Музыкослово» выступила студентка третьего курса ГИТИСа Анна Шохова. В программе прозвучала поэзия Петрарки, Пастернака, Лермонтова, Крылова, Пушкина и музыка Шумана, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича и Моцарта. «Музыкослово» задуман как культурно-просветительский и образовательный. Творческий коллектив Сочинской камерной филармонии не боится приглашать в свои концерты начинающих артистов. На одной сцене со струнным квартетом имени Рахманинова выступают молодые музыканты и чтецы. Вход на все концерты проекта свободный.